Привет! Это я, Кирилл Умник-Разумник, и ты в Лиге Умников-Разумников. Сегодня мы пройдем до конца игру FNAF World! Ха-ха, я не уверен. У него ничего не получится. Эта игра слишком сложная. Да-да-да, и впереди его ждет встреча с совой. А еще там очень страшные лабиринты. Страшные лабиринты? Да мы в Лиге Умников-Разумников ничего не боимся. Нажимаем старт. Выбираем слот. Нажимаем continue. Продолжить. Посмотри, какая у меня большая команда. С ней не страшно идти в бой. Нажимаем продолжить. Смотри, первым делом нам надо попасть в шестой мир. Так. Проходим вверх, вот так вот, вперед. Теперь вот сюда, проходим вот здесь. Нам сейчас надо будет сразиться с бровбоем. Так, идем вперед, вот бровбой, сражаемся с ним. Так, у нас сразу 103 хп. Мы тоже помогаем ударами. Все, мы его моментально победили, потому что мы купили бомбочку. Она сносит 4000 хп за один взрыв. Так. Идем дальше, и теперь заходим вот в этот зеленый шатер. Так. Вот так. Затем проходим в эту палатку. Вот так, обходим эти камни. А, вот сюда. И здесь идем вниз. Проходим вот здесь, и мы должны сразиться с этим боссом. Тоже какой-то мишка. Так. Закидываем его ударами сразу. Так, давай, бомбочка, взрывайся. Так. Засыпаем его. Он довольно большой урон наносит, так, теряем мышку, просто очень много всего на экране. Так, заливаем его водой, так, укусим. Осталось у него совсем немного хп, так, бегут мишки, нам помогают. Так, ничего себе, на него надели маску Спрингтрапа. Ой, нашу команду напугали, и они не могут ничего делать. Так, разные фиолетовые удары, так. Вот, отлично, мы его победили. Теперь идем дальше. Прилетело привидение такое. Так. Вау, как много экспертизы. Только нету совсем монеток. Так, идем дальше и проходим в эту палатку. Затем идем вот здесь и аккуратно проходим сюда. Так, сейчас поговорим с Фредбером. Теперь идем вниз к вот этому камешку, или что это, сугроб снега. Теперь идем вот здесь. Так, проходим. Поднимаемся выше. Тут я должен пройти через сломанный объект. Так, он где-то недалеко. Вот. Теперь идем вот здесь. Тут тоже должен быть сломанный объект. Я его пока что не вижу. Вот. Очень сложно разобрать, потому что на экране что это, помехи. Так. Нет, вот сюда не надо идти. Иду чуть ниже. Так, где же он? Вот, я вижу его. Тут надо даже пройти через дерево, чтобы добраться к нему. И здесь я уже должен выходить. Я вот в эту сторону вроде должен пойти. Так. Идем дальше. Поднимаемся наверх. Еще выше. И... Так, и выходим вон через тот выход. Так, идем. И вот сюда. Теперь тут мы должны выйти вот через ту точечку. Так, спускаемся ниже. И здесь мы тоже должны выйти. Так, вот через этот огонек. Отлично. И мы сейчас должны появиться. И мы появились в озере. Ура! Все получилось как надо. И теперь мы должны сразиться с боссом свиньей. Так, начинаем драться сразу, сносим его хп, пицца колесом закидываем, так, не даем ему времени на удары, так, закидываем, что это, я не успеваю даже читать, так, и вот, пицца колесом, укус, ура, мы его победили, так, теперь надо собрать ключик и открыть дверцу, так, отлично, мы победили, да. Опять экспертизу получили, а вот монетки нет. Отлично, берем этот ключик, открываем вот эту дверцу и плывем вверх. Так, аккуратно. Обходим.
и плывем наверх. Вот, теперь открываем вот этот замочек и сражаемся с вот этим боссом. Он очень сильный. Так, но зато мы ему очень быстро сносим ХП. Так, вау, что происходит? Так, отлично. Ура, мы его победили. Так, все взрывается. Теперь... Так, открываем вот эту дверцу и плывем вот сюда, вот в это место. Теперь мы должны пройти вот сюда, к этому снеговику. Так, отлично, и сражаемся с ним. Так, он с пулеметами весь такой эпичный. Так, закидываем его. Кусаем так. Споем ему громкую песенку. Так, чтобы оглушить его, так. Поливаем водой, чтобы растопить его. И осталось немножко совсем, вот еще Фредди, маленькие бегут, армия эндоскелетов. Отлично, ура, мы победили этого босса. Теперь нам осталось еще парочку боссов победить. Так, отлично, мы получили XP, но опять не получаем монеток. И нажимаем вот на эту кнопочку. Теперь идем вот сюда, на локацию Темное кладбище. Идем вот сюда. Проходим вот здесь. А, на нас напали капканы. Так. Заливаем его разными ударами. Так. Отлично. Мы победили капканов. Нам дали 60 монеток. Так. Все какие скелеты улыбающиеся. Так. Идем вниз. Идем вот сюда. И проходим через вот этот чудесный кустик, который мы не раз проходили. Теперь надо пройти правильным образом вот сюда наверх, как-то вот так вот. Нет, не здесь. Теперь вот так, через верх. Да, отлично. Открываем этот замочек и идем к боссу. Вот это Overclock. Так, засыпаем его ударами. Поменяем команду, сразимся вот этой. Так, фиолетовые удары, отлично. Токсичный укус. Так, напугаем его, чтобы он не атаковал нас. Давайте, давайте. Еще токсичный укус. Так. Атакуем его слюнями или что это? Клей. Во, привидение. Так. Еще токсичный укус. И немножко, совсем чуть-чуть. И мы его сейчас победим. И еще вот слюни эти. Ура! Мы его победили. Так. Теперь надо нажать на эту кнопочку. Сейчас. Вау, целая 1500 XP. Очень много. Так. Нажимаем на эту кнопочку, и теперь мы должны вернуться на первую локацию, пройти вот так вот наверх. Вот это да, очень классно, что ключик, который мы забрали у свиньи, многоразовый, и можно им открывать все замки. Так, вот эти вот самые первые монстры, с которыми я сражаюсь. Так, идем вперед, открываем этот замочек, нажимаем вот на эту кнопку и идем в шестой биом. Проходим вот сюда. И путь к сове открыт. Теперь надо сразиться с ней. Так, поливаем ее дождем. Атакуем разными ударами. Так, дальше. О, армия эндоскелетов. Целых три. Вот это да. Так, поливаем дождем. Так, сейчас. Вот, укус. Так. О, неоновая стена, она помогает, она защищает. Так, вот это да, как много ХП у совы. Так, надо уже поменять команду. Так, так, привидение. Так, поливаем ее. Токсичный укус. Так, вау, что это за шарики? О, не-не-не-не-не. Она уничтожает нашу команду вообще запросто. Так, напугали ее, отлично, у нас есть пара. О, да! Мы ее победили! Ура! Классно! О, и монеток 250 дали. И теперь мы можем пройти вот в эту красную палатку. Ну что, аниматроники, видели? Мы все-таки прошли! Ха-ха! Это только начало! Мы с тобой обязательно встретимся в игре FNAF 6. Там даже мне страшно. Кирилл, не забудь передать приветы.
Спасибо огромное, Синатрон. Я передаю привет Даниэлю, Егору, Айдару, Тимуру, Вике, Ире, Тане, Али, Катюше, Руслану, Вике, Ксюше, Максу и Ярику. И всем-всем-всем моим подписчикам я передаю большущий привет. До скорой встречи в Лиге Умников-Разумников. Пока!